Но у тех, у кого с отдыхом в Крыму не сложилось, или из-за политики, или из-за погоды, появился новый хит сезона – тур выходного дня. Поездка, куда бы вы думали, в Межигорье, под Киевом. Посмотреть на бывшую резиденцию Януковича, ее без преувеличения, можно назвать национальным парком коррупционного периода. Майские праздники отметить в Межигорье отправилась и Людмила Горбач. Маёвка в Межигорье, бывшая президентская резиденция, теперь комплекс для отдыха. Там за забором 130 гектаров развлечений. Обойти пешком будет сложно, мы объедем. Здесь многие на колесах, транспорт на любой вкус, от велосипедов до мини-поезда. А молодые. Ура! Ура! Только шагнули за порог и сразу фотографироваться первым делом возле президентского дома. Эстетично тут дуже красиво. Тут дуже красиво. Може, нагадує чимось деякі палаци Європи. Посмотреть, батон найти его. Который, ну, пеньки. Который прячет. Да, пеньки, вот, пеньки, чтобы они были не закрыты. Аттракцион с пеньками давно закрыт. Туристы растоптали в первые же дни. Да что там пеньки? Наплыва гостей не выдерживают ступеньки Януковича. Ну, він же спортом займався, бігав по пеньках. Можливо, коли пеньки ламалися, бігав тут. Черва за бутербродом из золотого бутона? Так. Да? Так, ну а сколько будете брать? Будем пробовать. Они сначала пробовать дают, а потом уже... А потім, якщо подобається, ми так беремо. Я видел машини у нього там в гаражі, в гаражах тачки, лебеди, чорні лебеди. У тебя такого дома нету, нет? Нету. А хотелось бы. Ты посмотрел на дом, этот центральный, у тебя точно на даче это сделают такой тебе дом. Навіщо одній людині ось це все? Скільки тисячі людей тут ходять, насолоджуються цією красою, а... Він тримався тільки для себе. Межигорское побережье Киевского моря. Сюда приезжают тысячи людей, чтобы провести первомайские выходные. Кто-то просто дышит свежим воздухом, кто-то устраивает настоящие пикники. А вот что отделяет линию прибоя от линии забора. Провода под высоким напряжением. Ну, чувствуем почти как на берегу моря, да, как крымского. Как будто мы в Крыму, в Ялте, почти немножко похожи. Поэтому сейчас может нам помечтать в Ялту поехать, а здесь вот мы приехали, да, и запросто... Раньше ездили в Крым, сейчас будем сюда попали. На Киевское море. Мы рады увиденному, где наши налоги. Это же прекрасно. Да, помогло. Людмила Горбач, Павел Лысенко, Иван Ашкиндер. Подробности недели, телеканал Интер.